Салям, друзья! Меня зовут Саша. Здравствуйте! А меня зовут Любовь Валентиновна. Да, и я бабушка Сашина. И сегодня мы посмотрим очень интересную песню, одну от... От, а ты мне не сказал, от кого это будет песня. А в этом весь и прикол. Дело в том, что сейчас мы проведем не челлендж, как я его привык называть, сегодня мы проведем тест. Этот тест бабушка будет тыкать, а потом мы почитаем правильные ответы и посмотрим, что должно быть и что получилось у... Ты хочешь сказать, что я должна угадать? Ну, получается... По этим тестам должна угадать, какая будет песня. Получается, да? Как всегда. Сейчас мы достаем вот такую штучку. А если я не угадаю никого, тогда что? Тогда будет вдвойне интересно. Да уж. Все, друзья, давайте же сейчас запустимся и будем проходить тест. В общем, бабушка, перед тобой челлендж. Смотри, здесь есть разделение. Вот здесь у нас один ответ. Здесь у нас идут вопросы по несколько ответов. Можешь начинать, в принципе, с первого вопроса. А то есть я должна угадать, это будет группа или сольный артист? Да. Да. Ну, ты последнее время на группах что-то сконцентрировал внимание. То есть мне хотелось, вот, чтобы сюда это была группа. Есть... Во, вот так, да? Галочка, да. А как называется группа? Или артист. Вот это тут группы в тебя идут? Да. Ух ты, 61. Это группа называется 91. Может быть, это так, просто так число написано. Райм и Артур. Ну, я что-то вот не припомню эти все. Давай мы остановимся на Райм и Артур. Вот давай остановимся. Я вообще-то их вот люблю слушать. У нас вопросов сегодня немало. А как называется их новый альбом? Слушай, вообще, ни один на слуху, что-то я не запомнила. Это новые все альбомы. Серьезно? Ну, кроме одного, здесь один выдуманный, один старый и два новых здесь. И один из них правильный ответ. Ну, мне нравится почему-то вот этот, код доступа 996, я не знаю. Хорошо, допустим, даже так. Ну, нравится мне. Как называется песня, которую мы сегодня будем слушать? Это что, на английском? Да. Синьорита, это я, что-то на слуху у меня эта песня прошла. Угу. Кстати, я бы хотела ее послушать, вот хотела бы. Но минимум я слушала уже. Вот Синьориту я бы хотела послушать. Ну тогда Синьорита. Теперь у нас идут вопросы, два вопроса, которые содержат в себе несколько ответов. Можешь приступать. А, то есть тут он будет не один. Тогда вот точно я угадала, что группа. Так. Ну да, ну давай ты мне называй имена. Читай дальше. Эйс, Алем, Зелимба, Бала, Закью, Даш, XX. Зелимба. Раз. Это мне нравится. Вот так, да? Угу. Не знаю, может быть, на еще... А можно еще одну нажать? Ну да. Еще так три, можешь вообще давай хоть всех выбрать. Ну, хватит. Пусть будет три. Достатня. А с этой поры мне надо их узнать? Ну да, нажать. То есть вот это с пяти, только один здесь неправильный, да? Да. Вот это я попала. Так, нажимаю, вот, начинаю снизу. Раз, два, три, четыре. Все. Ну, допустим, хорошо. В общем, тест у нас окончен. Переходим к результату. Ой, все, мне стыдно, я как что-то там вообще ничего не угадала. Так, первый вопрос. Группа или сольный артист у нас это правильно. Мы записываем это в табличку, как первый у нас правильный. Второй. Что, группа будет все-таки, да? Да. Видишь, я как называется группа. Группа или артист? Райм и Артур. Это ответ неправильный, да? Потому что будет 91, 91. А-а-а. Второй у нас ответ неправильный. Смотрим дальше. Ай-яй-яй. Как называется новый альбом? Новый альбом называется также 91. А у тебя код доступа 996. Ну, это есть такой альбом, он тоже новый, но он от кыргызского исполнителя, которого, возможно, мы с вами скоро послушаем. В общем, следующий вопрос. А как называется песня, которую мы будем сегодня слушать? Синьорита, и здесь правильно. Серьезно? Ой, ну хоть здесь мне повезло, я так хотела послушать эту песню. Да, слушай, песня классная. Правильный ответ. Эйс, Алем, Бала и Закью. И что я угадала? Один? Шестой вопрос. Кто исполнитель? Ты угадала всех, кроме одного. Вот этот лишний нижний. Серьезно? Угу. Ну, хоть тут что-то прояснилось. Итого у нас в сумме есть плюс-минус 2,5 правильных ответа из 6. Ну, ничего. Учитывая то, что я угадывала. Ну, учитывая, да, то, что я тест подготовила сложный. Учитывая предыдущие тесты, там, где ты все магическим образом угадывала. Вот здесь я сделала, постарался. А тут я пролетела, как фанера над Парижем. Ну, как тебе такие вот виды тестов, а не челленджи? Прикольно?
Прикольно. Также, друзья, у бабушки Любы есть свой канал, на котором она снимает видео и со мной, и свои видео про классных исполнителей из Казахстана и Кыргызстана. Если что, канал вылезет сейчас вот здесь. Да, что ты можешь сказать, чтобы люди перешли на твой канал и посмотрели видеоматериал? Да, я вас очень прошу, пожалуйста, переходите на мой канал и подписывайтесь обязательно, потому как мне будет это очень-очень приятно, когда вы подпишетесь, оставите свои комментарии. А мы с вами, друзья, не будем медлить и поехали! Да. Обычно колдует любовь какую-то, да, или девушку. Чтобы любила его, да? Микаса, сукаса, компас тапаса, өзін тапаса, тек тура баса, жақын аспан, кере жоқ наса, араласам, дос стресс қаса, мама сүйті, мама сүйті, мама сүйті, тәрбиелеп мені, тасатса кеппі, уасат деп пиктен, тақырыпта шәтті, жүре берді. Бөлмедетін дару, бар кемімді тұрнады, шымсын менді қорқ кезсе, тормадай, бол түрлі іске. Есть уже какие-то мысли, о чем же будет эта песня? Я думаю, что о любви, быстрее всего, о любви. Парню хочется, наверное, встретить любовь. Такую, какую, о которой он мечтает быстрее всего. Ну, да? Доля правды в этом есть. Да, но да. Немножко по-другому. Ну, смотри, но... как они красиво танцуют. Да, еще, но да? Песня все-таки про сеньориту. Ну, сеньорита — это женское имя, поэтому понятно. Очки резко появились. Даже не заметил первого состояния. Мен дауысқа толы кесем тарға Төгілі барсын күшің оңай Ендігі де сол Кеудіңдегі де сонсан неке есе Нарға сонсан неке есе Төлді еремен сонсан бері дәсе Титры увидела, слышу? Я заранее сказал, что там титры. Только сейчас титры увидела. Только сейчас, да. Обратила внимание. Увлеклась ее танцем. Знаешь, как мы можем сделать? Сейчас мы посмотрим клип, я тебе дам еще раз посмотреть. Или текст. Так. Мы любим с ним Сейчас начнется самое интересное. Похоже, он встретил, да? Это был очень неожиданный поцелуй именно. По клипу, когда я первый смотрел, я вообще удивился. Шмурашки бегут от этой невидимой. Барақта общинасаң бар ғұмырың
Кто пожертвует ли своей жизнью в обыкновенной любви? Замечаете, какой резкий контраст, да, происходит? Я вообще, когда впервые смотрел, я вообще был очень удивлен с этого. То есть, ну, вау, такой момент резкий. Северное сияние. Ключевой момент в сюжете. То есть в этот раз он решил не брать. Ну да. Чего, вдвоем что ли погибают они? Если сейчас будет. Я впервые очень испугался, когда вот это вот. Я сижу такой. А что это было в конце? Давай, знаешь, как сделаем? Здесь можно замедлить. И ты о, видишь. Вот замедлить. Кадры не замедлили. Да, они, то есть они взлетели вверх. Ну я так испугался, когда это впервые произошло. Я такой уже сижу. То есть они живые остались, да? Колдунья их оставила ну живыми. Ну вот здесь да? Не факт. Вот здесь еще остаются загадки, возможно, для следующих клипов. Так ты включай, блин. Что еще расскажешь? Я прочитала комментарии, мне понравился комментарий. Я передаю Динаре Мендлимбековой привет. Васька, знаешь, как это выглядит? Мендлимбекова. Я передаю. Дурында, мала. Спасибо. Унизить так унизить. Ну давай, давай. Привет, друзья, меня зовут Саша. Угу. А я бабушка Люба. Мы с Сашей почитали комментарии и определили, что вот Марина написала нам, и Динара, содержание этой песни. По этому содержанию понятно, да? Что понятно. Шаманка спросила, да, у молодого человека, можешь ты ради одного дня любви пожертвовать жизнью своей? Да. Он согласился, так же? Да, да, согласился. Вот. Парень встретил девушку, которая также захотела пожертвовать своей жизнью ради одного дня любви. И в итоге, после смерти, шаманка их воскресила. Ну да, там было видно то, что они наверх поднялись, когда мы замедлили это все дело. Да. Это было стрёмно, я вначале этого не понял своей самой первой реакции, которая, напоминаю, вот здесь. Ссылка в описании, подсказки находите там. Да, так что любовь непобедима, девочки. Да, любовь написали. Непобедима. Молодцы, получается. Девчоночки, одобряю. И ребята очень даже артистичные. Не, песня... Клип очень крутой. Мне чем клип понравился, то, что он вызывает очень сильные эмоции. Вот когда ты смотришь его впервые, вот этот вот поцелуй, падение, резкий контраст. В общем, песня классная. Да, если не считать вот этих экстремальных явлений, то для меня тоже это хорошая песня. Угу. Сколько ты баллов из 10 даешь этой песне? 10. Неожиданно, однако. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой песни, по поводу реакции бабушки Любы. Правильно она, неправильно сказала. В общем, друзья, вот такое видео у нас сегодня получилось. Посмотрели мы группу Райма и Артура, код 996. В общем, да, огромное спасибо за просмотр вам, мы вас любим. Но! И ты такая, всем пока, давай поменялись. Да, всем пока. Не-не-не, смотри, как мы сделаем, смотри. Я типа делаю, как ты такая, всем пока. И ты такая, всем пока, друзья. Ну что, всем пока, друзья. Всем пока. Поменялись ролями. Когда я так говорю, всем пока. Да, всем пока.